Доброе утро! Сегодня 29 сентября 2017 года. Я звездочка. Как я себе сегодня нравлюсь? У меня есть вот такой вот удивительный жилетик, который я стараюсь хотя бы раз в год надеть. А вот эта блузка на мне, сейчас ближе подойду, она шикарная. Я, по-моему, так ни разу и не нашла возможности сходить, потому что она вот такая прозрачная, и спинка, вот здесь вот бляшечка у меня для того, чтобы рукав завернуть и застегнуть его, может быть, я и заверну, но я очень сомневаюсь, потому что я вчера замерзла в школе. Я забыла свою шаль, не знаю, как это случилось. У нас бывает, что надо, бывает, что не надо. Вот вчера она была нужна, а она у меня на кухне осталась на стуле. Вот так вот я иногда собираюсь. То есть мне очень нравится, что сейчас нормально сочетать вот такое вот легкомыслие шикарное с официозом. И я прямо вот их собрала, две эти вещички. А эту несколько раз примерялась и так и не нашла. Как? Потому что, ну, надо что-то накидывать, и не хочется, чтобы вот эту всю красоту спрятать. Вот она у меня будет очень даже хорошо и проглядывать. Можно было что-нибудь сюда надеть, чтобы углядывало? Нет, не нужно, потому что вот эта вот сама красота, она все собою затмит. Брючки надела поплотнее, они у меня такие вот уже прямо брючками, не штанишки, а брючки. И черненькие туфельки. Хорошо бы, если бы вот эта пуговица была белая. Покрасить под такой наряд, потому что я думаю, я его буду повторять. Потому что вот наконец-то я нашла, с чем эту блузочку можно выгулять. Прямо хорошо, мне очень нравится. Очень нравится. Можно и брючки черненькие в следующий раз надеть, чтобы оно было по-другому. Вот. А сегодня мы в белых и в черных туфлях. А, звезда! Как мне нравится этот образ. Из украшений ничего на шейке. Смотрите, какая у меня блузка. Боже ты мой, бывает же такая неземная красота. Здесь я надела черный оникс с огромнейшей жемчужиной. Вот такое вот у меня сочетание золота с серебром. Там оно точно не в белом золоте, потому как жемчужина настоящая, а камешки вот эти все искусственные. А на эту руку у меня бижутерное кольцо вот со многими-многими камнями. Вот такая звезда я и пошла. Из ароматов мы сегодня выбрали вот этот, ой, Moss Rose хотела сказать, Modern Mousse от Estée Lauder. От Estée Lauder, вот так вот. У меня нет ароматов от Estée Lauder, только вот этот. Причем купила, потому что нужно было подарок забрать непременно. А мне ничего не надо было. Думаю, пусть будет аромат, он неплохой, но так, средненький, средненький. Спасибо большое, что на меня посмотрели. С вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Пусть вам солнышко улыбается.